1 июля 2019 года в Кузбассе начнут действовать новые тарифы на электроэнергию для населения, утвержденные региональной энергетической комиссией Кемеровской области. Сколько будем платить, расскажем далее. Для городского населения, проживающего в домах, оборудованных стационарными электроплитами, а также для сельских жителей и граждан, ведущих садоводство и огородничество для собственных нужд, новый тариф на электроэнергию составит 2 рубля 40 копеек за киловатт в час вместо 2 рублей 33 копеек. Для остальных потребителей, для тех, у кого печное отопление, и тех, кто живет в городских домах, оборудованных газовыми плитами, тариф повысится до 3 рублей 43 копеек за киловатт в час. Для корректного начисления за электроэнергию мы просим кузбассовцев передать показания индивидуальных приборов учета не позднее 30 июня. При отсутствии показаний расчет объема электроэнергии, потребленной в июне, будет производиться по среднемесячному потреблению.